Сашкинская сельская библиотека. Сергей Погореловский. Имя читает Баранова Вера Александровна. К разбитому доту приходят ребята, приносят цветы на могилу солдата. Он выполнил долг перед нашим народом. Но как его имя? Откуда он родом? В атаке убит он, погиб в обороне. Могила ни слова о том не проронит. Ведь надписи нет, безответна могила. Значит, в Грозный тот час не до надписей было. К окрестным старушкам заходят ребята. Узнать, расспросить их, что было когда-то. Что было? Ой, милые, грохот, сражение. Солдатик остался один в окружении. Один, а не сдался фашистскому войску. Геройски сражался и умер геройски. Один, а сдержал поди целую роту. Был молод, черняв, невысокого росту. Попить перед боем в село забегал он. Рассказывал вроде, что родом с Урала. Мы сами сердечного здесь схоронили, у старой сосны безымянной могиле. На сельскую почту приходят ребята. Письмо заказное найдет адресата. В столицу доставят его почтальоны. Письмо прочитает министр обороны. Вновь в миске просмотрят, за записью запись. И вот они, имя, фамилия, адрес. И станет в колонну героев несметных еще один. Станет посмертно, бессмертно. Старушку с Урала обнимут ребята, сведут ее к сыну, к могиле солдата, чье светлое имя цветами увито. Никто не забыт, и ничто не забыто.